свидетельство о регистрации СМИ. This may be the first book about music therapy.
Republic. Осторожно! О, господи! Тормози. Выходим или что? Нет, подожди. Еще один нахуй, пошел, пошел, блядь, держи, держи, держи. Идет через центр города. При посадке в городских условиях старается проложить маршрут с учетом запрещающего. Ну, удержал. Мы находимся. Удержал, блядь, удержал. 486 на Ростов. Это что за псих едет, блин, а? Так и пусти, Роман. Дурачок или что? Вот. А. Давай, пропусти его, пожалуйста. Куда ты едешь? Блин? Ром, ты с ним разговариваешь. Мы типа никуда не спешим. Ну сейчас выйдет, сейчас будет кричать ему, типа, ну тебе надо быть высотным пути. Я не знаю. Ну зачем ему тебе надо? Ну не знаю, что он хочет. Что? По встречке едешь. Ну тут вообще не рабочая линия. Где не рабочая линия? Не рабочая линия с той стороны. Ну, где-нибудь. Равно, я не знаю, что прошу. Ну что-то тут встречная полоса вообще-то идет, блин. Ну, ты вообще нормальный человек. А ты? По встречке ездить нормальный человек? Поехали. Да сейчас тут пусть уезжает, блин. Он сзади еще машина стоит, блин. Машина стоит, потому что не может проехать. Поехали, Ром, я тебя прошу, не надо, не на хочу, пусть дает назад, блин. Ром, давай поедем. Он, ну, по это сам понял свою ошибку. Да ничего он не понял. Давай вставай назад, блин. Я не понимаю. Уезжай назад! А он никому не мешает, говорит. Он никому не мешает, говорит. Он нормально себя чухает. Вот езжай, давай.
Да ты по-встречке едешь, ты правила нарушаешь. Что ты мешаешь, не мешаешь? Матюкался кто? Да там, кстати, еще работники матюкаются. Какие? Идиотина старая, блин. Еще один, а? Остановись, пожалуйста, Ромка. У вас что, блядь, у меня день дурачков или что, блядь? Я не понимаю, блин, сегодня у них что? Отрезал.